Значит, конечно, «Южный парк» я смотрел некоторые серии. Представляю, что это за формат, знаю все эти шуточки и о чем там идет речь. Но я хочу сказать следующее. Вот мы очень часто в последнее время, мы, я имею в виду общество российское, думаем о том, что вот если есть твое мнение, то его обязательно нужно высказать. Однако государственная машина, она действует совершенно по другому принципу. Она должна, государственная машина, очень четко соблюдать законы и заставлять других соблюдать законы, независимо ни от чего, независимо от званий, должностей и так далее. Если Роскомнадзор в этой ситуации исполняет российское законодательство, какое бы ни было российское законодательство, как бы мы к нему ни относились, то я только этому рад. Поэтому если Роскомнадзор очень четко исполняет закон в плане вынесения предупреждения телеканалу за показ этого мультика, то я этому очень рад. Это значит, государственная машина функционирует. Вот такой мой комментарий.